на YouTube-канале вот то, что мы последнее время работали с Сергеем Осадчим, есть хорошее видео, тоже дам ссылку. Но, ребят, смотрите, вот что я заметил, когда люди развиваются быстро и когда люди развиваются с дырками, да, все зависит, ребят, на самом деле, в первую очередь, от привычек. Привычек. Здесь есть видео, то есть, по сути дела, надо мне пометить, иначе я забуду, что вам дать под этим видео. Первое я говорил дать, и уже забылось, честно сказать, о, голова дырявая. Ну, я прошу прощения, у нас двойня, поэтому сейчас голова у меня действительно такая. Я поэтому так себя собрал кулак, и думаю, надо давать уже курс, чтобы человек... точно был разработчиком, потому что так как родилась двойня, то просто категорически нет времени разменяться по мелочам. Приступаем сразу к крупному. Итак, секундочку, что я говорил, по крайней мере вспомнил. Второе, это статьи по разработке. Дальше. Видео, которое я вам хотел дать, это вот тут мы работали с интерфейсами, то есть я показывал, да, здесь есть, они привязаны, эти многие видео к статьям. А, все, вспомнил, что я хотел сказать, сейчас сначала найду то, что надо. Сейчас, секундочку, ребята, извините, что тяну время, но я не хочу его тянуть, потому что это архиважно. Вот это видео дам. Привычки. И дальше еще есть... Остальные по усмотрению посмотрите, но здесь есть еще три видео, очень важные. Игорь, Мурат, Сергей. Игорь, Мурат, Сергей, вот эти три видео, я их тоже дам. Сейчас я приостановлю пока.